Добрый день, дорогой Рав, мировой Кли. Вот у нас в последнее время такое выяснение в десятке происходит по поводу молитвы. Мы пишем каждый день совместную молитву. Есть подруги, которые организовывают молитву, дежурные, а есть кто пишет в ней, и есть подруги, которые просто присоединяются к этой молитве, потому что чувствуют, что все, что написано, как будто это его молитва. И вот такой вопрос, что нужно ли всем обязательно каждый день писать в молитве или можно просто присоединяться к ней? Нет, надо писать. Каждый день писать свою молитву. А еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а что это вот за состояние в группе и как с ним правильно работать, когда... Есть подруги, которые чувствуют, что у нас эффективная молитва, а есть подруги, которые считают, что это неэффективная молитва. Как прийти это к неважно. Мнению? Это не важно. Пускай будут такие разночтения. Неважно. Главное, что каждый составляет свою молитву.